Привет, ребята! Мы пришли в гости к нашим старым добрым друзьям. Кошечке Анжеле доброе утро, Анжелочка, и котику Тому. Доброе утро, котик Том. Что-то оно совсем не доброе у Тома точно, да? Анжела более-менее в хорошем настроении. Единственное, что она очень хочет покупаться с утра. Ну а Томик, как обычно, самый прикольный котик на свете, да, ребятки? Он спрятался от нас. Томик, Томик, ты такой забавный. Да, наш любимый котик Том. Так, сейчас тебя тоже надо будет покупать. Видишь, какая Анжела чистенькая? Давай-ка мы тебя покупаем. Вот так намыли пенкой нашего Томика. Анжелочка, покажись. Вот наша чистюля. А теперь и Томик покажись. Ты где? А вот и наш котик Том. Классные чистенькие котики, да? И наша кошечка Анжела самая чистая и красивая кошечка на свете. Я ее за это очень-очень люблю, и вы, ребята, тоже, да? Я знаю, что вы обожаете кошечку Анжелу. Ну и котика Тома за то, что он такой прикольный, весельчак котик Том. Так, и конечно же, как обычно, наш котик проголодался и первым побежал за стол, даже не почистив зубки, да? Томик, я знаю, что ты всегда голоден. И съел бы все, что есть на столе, да? Ребята, а ваши котики много кушают? Ну, наверное, много, потому что котик Том хочет подрасти побыстрее, да? И вот он получил 52 уровень, а мы с Анжелой скушали попкорн. Поздравляем Томика с новым уровнем. Такой грустный наш котик, давай-ка побыстрее мы тебя погладим. И расскажем сейчас ребятам, что же ты придумал. Он придумал сегодня провести классное время с кошечкой Анжелой и пригласил ее на дискотеку. И они вдвоем сходят на дискотеку, ведь наша кошечка Анжела очень классно умеет танцевать. Вы, ребята, уже видели, как танцует кошечка Анжела, и это очень здорово у нее получается. Так, ну что, Томик, ты можешь еще йогурта съесть? Все, и на этом хватит. Ведь тебе сегодня еще танцевать на дискотеке, а это так здорово и весело, да, Томик? Давай-ка я тебе поглажу еще тебя. И у тебя поднимется настроение, ведь тебе надо быть в классном настроении, чтобы не подвести кошечку Анжелу, чтобы ей было весело с тобой, с нашим классным веселым котиком Томом. Так, надо его все-таки еще погладить, да, Томик? Давай-ка поглажу я тебя, мой хороший котик. Вот, и теперь мы сейчас пойдем в гардероб. Ты нарядишь свой красивый наряд, покажем ребятам потом какой. А Анжелочка нарядит самое красивое платье для дискотеки, да? Ну что же, ребятки, идем в гардероб к нашим кошечкам. Томик, ты тоже. Ну и начнем, конечно же, с кошечки Анжелы, да? Джентльмен котик Том уступает место своей красавице-кошечке, которая сегодня пойдет на дискотеку в шикарном платье. Итак, это наряд нашей поп-звезды. Вот он. В таком платье будет кошечка Анжела. Но мы сейчас изменим элементы этого наряда. И будет просто обалденная кошечка, которая будет зажигать на танцплощадке дискотеки. Да? Так, платье мы выбрали. Классно. Теперь нам надо туфельки другие. И это будут блестящие туфли у кошечки Анжелы. Вот такие блестящие шпильки на каблуках. Теперь поменяем цвет шубки для нашей кошечки. Она сегодня будет розовая, которую она очень-очень любит. Ее вообще любимый цвет шубки – это белая и розовая. А какие цвета шубок любят ваши кошечки, напишите в комментариях. Очень интересно узнать. И Анжелочка тоже интересуется, какие шубки любят ваши кошечки. Так, ну а теперь сделаем другую прическу для дискотеки, с которой наша кошечка Анжела пойдет танцевать в этом наряде. И сегодня это будут светлые волосы на одну сторону. Вот такая прическа у нашей кошечки. И цвет глазок давайте поменяем ей. Так, и сегодня у нее будут вот такие глаза аниме. Она их, кстати, тоже очень-очень любит. Так, по-моему, здорово выглядит наша Анжелочка. Ну, Томик, чтобы ты не скучал, давай-ка и тебя тоже нарядим. И сегодня наш котик Том будет в костюме. Сейчас я покажу, в каком.
И, кстати, самое необычное у него будет, это его шерсть. Так, вот такой костюм с дроидом. Современный костюмчик выбрал наш котик Том. Вот такой внешний вид у него, а теперь шубка. Он сегодня будет самым прикольным зеленым желейным Томиком. Томик, давай быстрее показывай эту шерстку. Вот, вот такой наш желейный котик Том. Так, ну и шляпу, конечно же, мы поменяем. Что это ты сегодня в такой шляпе волшебника прикольный? Так, шляпку мы сменяем, наверное, на крутую прическу, да? Чтобы не отстать от кошечки Анжелы. Она сегодня такая классная, красивая. И наш котик Том будет тоже обалденным кавалером для нашей кошечки Анжелы. Где тут твоя прическа самая крутая? И так наш котик сделал вот такую Эмма-стрижку. Ну и цвет глазок поменяем. И это будут вот такие карие глазки у нашего котика Тома. Ну что же, ребятки, посмотрим, как наш Том уже готов. Вот такой классный наш Томик. Анжелочка, тебе еще осталось сделать... Ой, Том, так некрасиво. Анжелочке еще осталось сделать макияж, да? Какой у тебя кавалер невоспитанный. Ну что же, Томик, тебе придется подождать, пока Анжела сделает макияж. Опять ты это делаешь. Так, Томик, смотри, какая будет у тебя красивая твоя Анжелочка. У нее вот эти тени новые просто супер. Они самые-самые красивые. Мне они очень нравятся. Также мне и синие тени нравятся. Но мы сейчас добавим к ее наряду вот таких вот фиолетовых теней. Итак, вот такие тени. Красивые глазки у нашей кошечки Анжелы. Правда, здорово, ребятки? А теперь мы сделаем тебе красивые реснички. И они сегодня будут у тебя необычные, Анжела. Давай-ка побыстрее. Котик Том, кажется, уже хочет танцевать на дискотеке. Побыстрее, да, Томик? Конечно же. И добавим вот такой розовый цвет для ресничек. Так, классный макияж, такой супер современный. И ярко-красная губная помада. Томик, ты сейчас увидишь уже свою кошечку Анжелу, которая сегодня просто неотразима. Да? Ребятки, и обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам наряд нашей кошечки Анжелы. Ну что же, посмотрите на нашу красавицу, на нашу красотку Анжелочку. Она просто обалденна, да? И сейчас, знаете, ребята, наш Томик так долго ждал кошечку Анжелу, что решил поиграть в игры, пока наша Анжела будет тренироваться. Она хочет подготовить танец, который будет танцевать на дискотеке, да? Так что, ребятки, пока наш котик Том будет играть в игры, наша Анжелочка будет танцевать. Ну что же, давай-ка потанцуем, Анжелочка, в таком красивом наряде. А мы посмотрим на нашу Анжелу. Итак, вот, посмотрите, как здорово получается у нашей кошечки. Так что Томик сегодня увидит свою красавицу Анжелу в таком образе на дискотеке. Ну а вот Томика классно получается играть. Томик вообще очень любит играть, а Анжелочка наша любит и играть, и танцевать, и даже песни любит петь. Ведь она же настоящая звезда, наша любимая кошечка Анжела. Итак, Анжелочка уже потренировалась. Очень классно научилась наша Анжелочка танцевать. Ну все, Томик, ты наигрался уже. Ну а теперь идите уже на дискотеку. Сейчас наш котик Том поедет за Анжелой, заберет ее, и они вместе отправятся в ночной клуб на дискотеку. Ну что, ребятки, если вам понравилось сегодняшнее видео, обязательно поставьте лайк нашим котикам. Ну а сейчас всем пока-пока.